Привет, воронежцы! Первая неделя октября прошла шуршащей листвой под ногами и ясным солнышком. Но какая же это осень без зонта? О погоде на выходных расскажу прямо сейчас. В субботу весь день будет стоять облачная погода и идти дождь. Ночью столбик термометра покажет плюс 3 градуса, а днем плюс 13. В воскресенье небо затянется облаками и пройдет мелкий дождь. Ночью плюс 7, днем плюс 11. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.